Я думаю, что нас Олег Николаевич, губернатор, поддержит дольщиков и поможет нам. Я вот инвалид и надеюсь на это, что нас не оставят так. Надеемся мы. Поэтому мы и ходим, и требуем, не требуем даже, а просим нашего губернатора Олега Николаевича, как бы не оставить нас в беде и помочь нам.